Я еще раз спрашиваю, чья это сумка? Это же твоя сумка. Зачем столько еды взяла? Так я думала, не будут проверять. Вас же предупреждали, что будем проверять. Последний раз, чей это рюкзак? Это мой рюкзак. Так, все, идите расселяйтесь, а ты со мной пойдешь. Извините, но это мой рюкзак и мои продукты. Что? Она пошутила, это мой рюкзак. Нет, я не шучу, это мой рюкзак. Это мой рюкзак. Это мой рюкзак. Так, понятно, шутники. Я пошел за старшим вожатым, сейчас все вместе посмеемся. И что это такое было? Просто решил помыть. А я просила? Ну, а разве о помощи всегда просить нужно? Я бы и без тебя смогла справиться. Ну так что ж ты молчала-то? Так, это твой рюкзак? Нет, это ее рюкзак. Нет, он шутит, это его рюкзак. Да ее это рюкзак. Это его рюкзак. А ну-ка успокоились, чей рюкзак? Его. Ее. Так, в качестве наказания дежурите в столовой. До вечера. Косяк теперь, тебя тут целый день торчать. Не из-за меня, из-за твоих чипсов. Из-за того, что ты начал мне помогать. Знал бы, промолчал. Вот и сейчас помолчи. Сама молчи. А кто разбил? Я. А ты в следующем году сюда еще раз приедешь? Ну, должен же тебе кто-то помогать с твоими чипсами. Не с моими, а с нашими.